страшные скидки. Совсем скоро наступит новый 2024 год – год дракона. Китайцы считают, что чтобы год был удачным, в новогоднюю ночь нужно обязательно иметь в доме символ наступающего года. А еще на Новый год принято зажигать свечи. Можно совместить приятное с полезным и купить свечу в виде дракона. А можно приобрести классические свечи и маленькую фигурку символа наступающего 24-го. Всевозможные сайты предлагают свечи по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам шоппинг. Навигатор. Поехали! С появлением религиозных праздников свечи стали использовать в ритуалах. Например, в католической традиции накануне Рождества поочередно зажигают 4 свечи. К празднику на украшенных еловыми ветками подставках создается завершенная композиция в честь окончания долгого поста. Постепенно ритуальная составляющая отошла на второй план, и украшение дома свечами в качестве декора стало привычным в разных странах и культурах. Свечи на столах, окнах, лестницах и каминах расцвечивают новогодние праздники. На сайте Wildberries свеча в виде символа Нового года дракона сейчас продается со скидкой за 492 рубля. Ее прежняя цена – 1200 рублей. Волшебная аура охватывает наши сердца, когда наступает новый 2024. В этот прекрасный праздник каждый стремится наполнить свой дом теплом и радостью. И что может быть лучше подарка, чем свечи? Символ года 24-го – дракон, яркий и могущественный. Восковая свеча в форме дракона привнесет в ваш дом атмосферу праздника. Она символизирует богатство, успех и удачу. Произведена в России, цвет золотистый, без запаха. На сайте Озон комплект из 3 свечей из овощины в виде елочки можно приобрести со скидкой в 47% за 413 рублей. Цвет зеленый с позолотой, размер 13 на 3 сантиметра. При горении издает аромат меда и прополиса. Преимущество натуральных свечей в том, что они экологичны, ведь пчелиный воск 100% натуральное природное сырье. При сгорании воск выделяет исключительно полезные для здоровья фитонциды, которые являются не только антисептическими, но и иммуностимулирующими веществами. Такие свечи очищают атмосферу в помещении, ведь они выпускают отрицательные ионы при горении. А эти ионы помогают нейтрализовать вещества в воздухе. Расслабляют, горение свечи может помочь в снятии стресса и медитации. Успокаивают, так как у пчелиного воска более высокая температура горения, и из-за этого свет получается более яркий и чистый. По спектру цвет находится ближе к естественному солнечному свету. Если свечи будут использоваться в качестве источника света, это поможет свести к минимуму напряжение глаз и уменьшить головные боли. Ну и, наконец, это просто красиво. На сайте Яндекс.Маркет новогоднюю свечу в виде елочки можно купить со скидкой в 50% за 425 рублей. Свеча сделана из натурального соевого воска, фигурная, ширина 7 см, высота 11 см, время горения 6 часов, без запаха. На сайте Мегамаркет свеча в виде символа Нового года мандарина продается со скидкой в 40% за 499 рублей. Свеча сделана из парафина, фитиль из хлопка, высота 8 см, ширина 6 см, при сгорании выделяет цитрусовый аромат. Страна-производитель – Россия. На сайте Candle World свечку новогоднюю в виде елочной игрушки можно приобрести в розницу за 172 рубля. Высота и ширина по 5 сантиметров, вес 65 граммов, время горения 7 часов. Сделана из парафинового воска. Страна-производитель – Россия. Можно приобрести коробкой. В коробке 24 штуки. Цвета зеленый, желтый, розовый. Ассортимент праздничных свечей очень широк. Столовые свечи изготавливают из парафина, придавая классическую форму – цилиндрическую, вытянутую, коническую. Такие свечи помещают на подставки и канделябры. В новогоднем убранстве особенно эффектно смотрятся высокие тонкие свечи или группа крупных свечей-столбиков разного размера. Чайные свечи – это всем знакомые маленькие свечи-таблетки в алюминиевых формочках. Их кладут в стеклянные подсвечники, плоские блюдца, аромалампы и новогодние фонарики. Плавающие свечи – очень красивый предмет декора. Небольшие, схожие с чайными, свечки с коротким фитилем, способные держаться на поверхности воды. Для декора к Новому году положите несколько таких свечей в высокую вазу или широкую прозрачную миску с зелеными веточками, ягодами, дольками цитруса. Самые душевные и экологичные свечи из листов натуральной вощины, сладко пахнущие медом. Украшенные растительными материалами, льняными и хлопковыми лентами, бечевкой. Они станут изюминкой новогоднего оформления в стиле кантри или рустик. Пчелиный воск также используют вместо парафина, его ценят за натуральность, но и стоимость таких свечей выше. Это был шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.